Всем снова здравствуйте, у нас время ночь. Как вы знаете, я варила мясо на холодец, и сейчас я его достала и буду разбирать на кусочки, мелко резать, тереть туда чеснок, все перемешивать и ставить в холодильник. Будем делать холодец. Если кому интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Так, перебрала я все мясо от костей, и сейчас мне надо его. Так, вот еще одна косточка не заметила. Сейчас я его мелко-мелко нарежу и буду делать холодец. Так, все, ребят, нарезала мясо, видите, его получилось немного. Сейчас натру чеснок и буду разлаживать вот по таким контейнерам. У меня таких два, один маленький, другой большой, как раз хватит на это все мясо. У меня холодец мало кто ест, в основном муж и сын. Дети не очень-то любят холодец, поэтому я много никогда не готовлю. Так, ладно, чищу чеснок, натираю и добавляю все, что надо для холодца. Так, дорогие друзья, чеснок я уже натерла. Сейчас мне надо залить немного бульона. Я его через такую ситечко пропущу, чтобы оно не сильно густое было. Это для того, чтобы сейчас нам размешать всякие приправки. Я сюда добавлю итальянские травы. Вот такие вот, которые мне присылали. И букет перцев. Понемножку все перемолю. И потом все это перемешаем и по контейнерам разложим. И перцы. Я очень надеюсь, что у меня вкусно получится. Просто очень надеюсь на это. И сейчас мы все это перемешаем с чесноком тщательно. Для этого я немножко водичку и добавляла бульончика. Да, поначалу кажется некрасиво, невкусно. Но когда оно приготовится, должно получиться очень вкусно. Сейчас мы это разлаживаем по контейнерам. Заливаем бульоном. И убираем. Тут, мне кажется, даже два контейнера можно, три даже сделать. Так. Можно даже, по идее, в этом и оставить контейнеры. Страшного не будет. Вот так вот. И сейчас сюда мы будем понемножечку, потихонечку заливать наш бульон. Дорогие друзья, ну все, наш холодец готов, мы его перемешали, он соленый, перец все добавили, теперь закрываем крышками и убираем в холодильник до готовности, до застывания холодца. Вот такой вот он у меня густой получился.
очень должен получиться вкусным. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ну и всем пока-пока. Все, убрала холодец. А у меня еще осталось от холодца бульоны косточки. Я их Тайсону отдам. Тайсону будет праздник. На этом бульоне даже можно Тайсону кашу сварить. Вот я завтра и сварю. Сейчас просто уберу это на улицу. И завтра сварю на этом бульоне Тайсону вкусную-вкусную кашу. Сейчас все, кто любит Тайсона, все радуются, наверное. Но знаете, вот я заметила, появились поклонники Тайсона, появились поклонники у детей, у каждого свои поклонники. Кто-то больше любит Маш, кто-то больше любит Катю, кто-то больше любит Света, кто кого, короче говоря. Ну вот, и разделились вот так вот. Так, траву убираем на место. И вот многие удивляются, почему, да как. Ну, вот так вот. Кто кого любит, у каждого свой поклонник есть. Ладно, дорогие друзья, у нас время уже 2 часа ночи. Я пойду спать. Я очень сильно хочу спать. Сейчас все уберу. И пойду спатеньки. Всем желаю всего самого хорошего. Продолжение видео вы увидите позже. Всем всего-всего самого хорошего. Берегите себя, берегите свое здоровье. Ну и всем пока-пока. Всем доброе утро, дорогие друзья. Не доброе утро, уже добрый день. У нас сегодня на улице минус 15, но ночью я выходила, было минус 20. Я в целом иду на почту. Мне надо сходить на почту, заплатить налоги. И там пришла вышивальная посылка, которую заказывала я с одной женщиной. Она хотела там кое-что заказать, но у нее суммы до бесплатной пересылки не хватало. Поэтому я добавила немножко свой заказ. В целом идем на почту, забираемся. Ну а потом блинчики будем жарить. Тут что-то пришло мне еще, кстати. Так. Уральский филиал Мегафон. У меня вроде Мегафон, сим-карты даже нету. И посылочка. 470 грамм. Ну это вот, которую я говорила, рукодельная. Ладно, бежим на почту. Так, дорогие друзья, сходила в магазин. На улице показывает погода минус 15, но мне кажется, холоднее. В целом, что купила? Давай, Егор, вот этот пакет начнем. Он самый тяжелый. Он самый тяжелый, потому что здесь немного взяла свинины. Вот такие вот. Тут два кусочка получается тоненьких. И, ребята, все, что остальное здесь, это молоко. Я взяла 10 литров молока. Сегодня будем блинчики стряпать и просто дети будут пить. Дальше, следующий пакет Егора у меня тут сидит, подает. Взяла вот такие вот, сейчас покажу, хлеб. Хлеб ржаной и пшеничный. По 3 булки. 3 таких по 19 рублей. Пусть лежит в запасе. Короче, 6 булок хлеба вот в этом пакете. Дальше. Взяла у деток любимый маковый хлеб. Тут всего было и 2 штуки, поэтому 2 только и взяла. Дальше себе свой любимый взяла, 8-злаковый одну штучку, потому что мне он очень нравится. И также взяла 3 булки чиабатта. Егор сразу захлопал от радости. Они чиабатта вообще любят. Он стоит 35 рублей. Многие спрашивали цену, поэтому говорю. 35 рублей. Дальше. Вон там за сумкой пакет. Дальше. Ну вот один кусок мяса я вам уже показывала. Дальше еще взяла один кусок мяса. Вот такой вот уже побольше. У меня эти 2 куска вышли на 700 рублей мяса. У меня всегда, когда какая-то копейка появляется, я стараюсь мясо купить, чтобы дома мясо было. Это уже как заведено. И у меня пришла посылка с группы от Аннушки. Ее вы сможете увидеть распаковку на канале Влог Рукодельниц. Так что будет там распаковочка. Вот такие вот в целом все у меня покупки были. Пошла, по идее, просто на почту оплатить налоги. В оконцовке налоги не оплатила, потому что там за каждый листок по 35 рублей комиссия берется. А у меня 8 или 9 листков. Комиссия получается почти 350 рублей будет, скажет, за все листочки. Поэтому попробую дома через...
Приложение, да, какое-то. Они мне там сказали приложение, я попробую через него оплатить налоги. Так, говорит, меньше комиссия возьмется, а так это очень дорого на меня выходит. У меня, получается, налог меньше будет, чем комиссия возьмется. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Я сейчас переоденусь, попью чай и буду... Блинчики хотите? Ой, что ты построил? Блинчики хотите? Да, все так тихо. Да, чтобы их не услышали. Егор просто кивнул и все. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, я еще на почте купила две прописи для Окси. Вот первая и вторая часть. Сейчас пока она будет заниматься первой частью. Ваня, все сломает. Тут вот такие вот прописи. От Жуковой. Ваня, это не тебе. И будет Оксана писать, заниматься ими. У нас просто все прописи уже, те, которые она делала, уже все. И поэтому вот такие вот. Вторая пропись тут уже словами будет. Чтоб лучше разрабатывала свой почерк. А то мне у нее почерк вообще не нравится. Она буквы задом наперед пишет. Я уже ей в тетрадке писала, но в тетрадке у нее не так получается. Она едет за строчки прям далеко. Буквы у нее получаются. Поэтому взяла вот такие вот прописи. Приложение к букварю. Надежда Жукова. Пропись номер 1. 6-8 лет. И часть вторая. Вот такие вот в целом. На, Оксана, пока первую. Вторую я пока приберу. Аккуратно пиши все, и потом покажем, что ты написала. Хорошо? Все. Дорогие друзья, ну вот что у Оксаны получается. Вот она начала с этой страницы. И вот так вот она почерк будет свой вырабатывать. Я для этого взяла, и потом дальше будет, пока не устанет, да, Оксана? Потом покажем, что написала. Дорогие друзья, показываю, какой холодец получился. Уже много съели. Видите, вот такой вот густой. И воды получается мало. Мы любим такой. И крупными кусками у нас мясо. Видите, очень вкусный холодец. Две порции у меня получилось, уже вот большую часть съели. Потом деньги будут, куплю еще вот такие вот лытки, еще наделаем холодца. Все, кто любит холодец, не забывайте поставить лайк. Вот в целом, вот такой вот, видите, он получился. Это я сейчас кромсаю, потому что я буду сейчас есть. Я попробовала, мне понравилось, очень вкусно. Маша, ты пробовала холодец? Нет еще? Ну вот такая вот вкуснятина. Всем, кто любит, не забывайте лайк поставить.